Drop the data, now we platinum. You're sad at peace. Всем привет, рад видеть вас на своем канале, и этот день настал. Сегодня у нас 1 сентября, и вы его проведете вместе со мной, поэтому давайте начинать. Я собралась быстрее, чем планировала, поэтому сейчас кратенько о наших планах. В 8:40 я выхожу из дома, оттуда еду до Китай-города, там, скорее всего, пересекаюсь с моей одногруппницей, с Машей, вы ее еще увидите. И оттуда мы уже идем на локацию, где у нас с классом будет обзорная экскурсия по Москве, и после этого концерт и на пары. Story time. Я вышла очень рано, поэтому я решила забежать в мою предыдущую школу на линейку. Я бегу к себе. У меня очень мало времени, мне потом на метро и в лицей. И, короче, я решила полезть через забор. Я успела порвать свои колготки. Но я заказала курьера самокат, он должен прям вовремя приехать, поэтому ждем. Сейчас я на Китай-городе жду Машу, тем временем мои девочки поймали курьера, нашли его, отыскали и забрали у него... Ура, колготки! Мы только приехали на Китай-город, Маша побежала брать самокат, сейчас быстро домчим за 5 минут. Мы взяли самокат, Маша побежала в аптеку, я ее жду, время 9:45. Я увидела Веронику и Вику с Мытной, если вы смотрите этот влог, я вас очень сильно люблю. Ну, вас я очень люблю. Татьяна, авторитет лучшая. У меня очень самая крутая. Мы пришли в культурный центр вышки. Здесь очень много разных классов. Вот. Мы едим сухарики. Да. Вышкинские. Вот это не просто сухарики, это сухарики из высшей школы экономики. Сухарики. F9, вот Ксения. Да, влог, Рашид. Там еще стоит Женя со Златой. Они лучше. Мы сегодня также пойдем в ресторан, вы все увидите. Вот. А сейчас мы ждем линейку. Это очень классно. Плакать хочется. Идут обратно в лицей. Да. Это Эллен. Мы тоже оставим соцсети, подписываемся. Вот. Собственно говоря, у нас очень крутые мальчики. Очень. Супер. Просто мечта. Это вообще, это мечта. Знала. Обычно перед учебным годом, что типа, блин, нет, я не хочу учиться, еще целый год скучной учебной рутины. А теперь мы ждем. Да, мы очень ждем. Отмените физику. Посмотрите, какая у нас красивая школа. Обзор. Колготки. Мне принесли колготки. Ура! Спасибо за то. Это лучшее 1 сентября в моей жизни, я вам клянусь. Просто я не была согласна. Катя, привет. Привет. Это влог. Влог на YouTube. Ставлю туалету, оценку 10/10. Да. Мы опаздываем на физику. Мы опаздываем на обзор на лицей. Тут очень красиво. Тут постеры всякие, вот, вообще вот красота. Потому что я знаю целую кучу всего, я это никогда не использую, кроме для того, что как раз интересная история рассказывать. Это единственное, вот прям. У нас 5-минутная переменка, и дальше мы продолжим еще чуть-чуть. Девочки учат физику. Они даже конспект. Просто посмотрите, какие у нас прекрасные и красивые девочки в классе. Я просто восхищаюсь. Мы сейчас снимаем ТикТок с аутфитами, типа, каждый день. Скажите мне, год назад со мной бы никто не снял. А вот они снимают. Погнали, погнали. У нас все снимают ТикТоки. Они вроде все вместе. Гуляю с самыми красивыми лицеистками. Просто посмотрите, как они сегодня все красиво выглядят. Если вы не знаете, что такое тайные девочки, это они. Запомните, самые лучшие девочки в лице — это девочки, которые вас фотографируют с нескольких телефонов, с нескольких ракурсов. И всем делают контент и снимают рилс. Это мы с Анютой вот здесь вот стоим. Мы пришли в хачапури и вино, уже сделали наш заказ, и теперь отправляем друг другу красивые фото, которые мы сделали. Такой вот у нас интересный вечер. Место право. Пришли золотое яблоко.
сейчас будем закупаться немного так. Так, немного. Мы заслужили. Маша смотрит себе Зеленский. Выбирает. Друзья, мы сейчас расходимся в разные стороны. Хочется сказать пару слов о лицее. Нам, мы в предвкушении. Мы очень ждем понедельник, потому что у нас такие эмоции переполняют. Просто мы очень счастливы, что мы вообще вступили, что мы встретились, что мы познакомились, что мы теперь сможем общаться, как бы заряжаться друг от друга энергией, делиться эмоциями. Это очень круто. Я счастлива. В лицее безумно классные люди. У нас очень классные девочки в классе и в целом в параллели. Мы шли сейчас, кидали философские мысли, потому что нас переполняли эмоции от того, насколько классные люди в лицее, насколько они заряжены мотивацией, какой-то, знаете, внутренней, исходящей от них энергией, харизмой. Это просто лучше. Мы сейчас идем, мы очень счастливы, мы все прям блистаем еще и в золотом яблочке. Вообще, ребята, подписывайтесь на Настю, я ее так люблю, я ее вот пару дней, я ее так полюбила, она такая крутая.